Где работать и отдыхать подросткам, рассказывают сами школьники. В Химках провели финал деловой игры «Предвыборная кампания». Ребята представили проекты, которые могут сделать жизнь химчан лучше. Все идеи прошли тщательный отбор. В этом году у нас задание разработать мероприятие, которое будет доступно к реализации в 2019 году. Вот, ребята, команда предоставляли проекты, описание проектов детальное с проработкой с метод, потом предоставляли нам свои презентации проектов и видеоролики, которые раскрывали бы актуальность вот этой проблемы. В финале жюри оценивали 4 конкурса – презентацию проекта, ответы на вопросы, викторина на знания избирательного законодательства и молодежные дебаты. Антон Решетников – ученик 11 класса. В основе проекта его команды – мероприятие, которое поможет школьникам выбрать свою профессию. Они могут прийти, послушать спикера, узнать все преимущества и недостатки данной работы и уже определиться со своим будущим. Также 16-летние подростки уже имеют право работать, и мы хотим предоставить им право работы. Итоги конкурса подвели уже в этот день. Самые лучшие команды получили подарки, а после отправятся на экскурсию в областную думу. Ксения Брагина, Николай Забродин, служба новостей.